Провилка, друзья, Богородская провилка. Настоящий кожаный ремень. Вот такой ремень, классный ремень. По ширине ремня делается. Рассчитывается так, чтобы осталось место для загиба. В ремне делается отверстие технологическое, и внутренней стороной ремня, та сторона, которая внутри к телу, она должна быть снаружи. Так мы ее и крепим, продеваем дырку, натягиваем хорошенько. Тут я даже бы закрепил струбцинкой, заворачиваем в паз, вставляем. И вот здесь это место приклеиваем. Дать настояться чуть-чуть. Соль, сахар по вкусу. Кто как любит. Дальше эта плоскость просто зачищается. Циклевание. Да, просто уборка верхнего слоя или взлохмачивание поверхности. Для того, чтобы паста проникла как можно глубже.